Время подводить итоги настало и в отечественном баскетболе. Международные турниры тут еще впереди, в частности, женский чемпионат Европы. Зато клубный сезон уже окончен. И ЦСКА закономерно стал победителем Единой лиги ВТБ. Лучшие моменты решающих стадий плей-офф турнира в своей авторской рубрике вспоминает Илона Корстин. Привет! Очередной сезон Единой лиги ВТБ завершен. Подведем итоги решающих игр. Плей-офф, полуфинала и финала. Пятое место. 2 секунды Химок. Не думай о секундах свысока, особенно в баскетболе. У игроков Химок в первой четверти второго полуфинального матча с Локомотивом оставалось всего лишь 2 секунды. Вяльцев, Клавер и Ильницкий показали, как провести это время с пользой. Четвертое место. Волшебство Теодосича. Защитник ЦСКА Милош Теодосич в полуфинале с Нижним Новгородом и в финале с Химками включил статус волшебника и раздал своим партнерам 30 голевых передач. 2 самые эффективные из них попали в мой рейтинг. Третье место. Шоу-тайм по-краснодарски. Локомотив Кубань был очень близок к выходу в финал, но упустил свой шанс. Впрочем, краснодарцы заслуживают только добрых слов за великолепную атмосферу на домашней арене и красивую игру. Наглядное подтверждение этому – алиуп на Никиту Балашова. Второе место – капитан «Россия». Сергей Моня и его «Химки» не стали чемпионами. Но их игра в 5-матчевой серии с «Локомотивом» стала настоящим украшением плей-офф. И главным героем здесь стал Сергей Моня. Капитан «Россия» в игре. Обязательно к просмотру. Моня! Воу! Первое место. Баскетбольные боги. Они снова сделали это. Московские армейцы в плей-офф не оставили шансов конкурентам и по праву завоевали чемпионский титул. Главному тренеру «Химок» Римусу Куртинайтису оставалось только молиться, креститься и верить. Не помогло. Баскетбольные боги были за ЦСКА и в составе ЦСКА.